Ниндзя-Лина-футболисты! Беги вперед! Оп, пасуй Коннору! Давай мне навесом! Гол! Слушай, Майя, ты просто отличный игрок! Футболительный! Футболиколепный! Футболи... еще какой-нибудь! О, это наш общий успех! Она наносит удар и попадает в магазин? Ночной ниндзя! Закупорил липучкой магазин игрушек! Это уже слишком ночной ниндзя! Герои в масках спешат помочь! Вперед, герои! Это наша мать! На город опускается ночь, и отважная команда героев бросает вызов гадким негодяям, чьи злодеяния пора остановить. А Майя превращается... в Олет! Да! Грег превращается... Коннор превращается... Кэтбоя! Герои в масках! Ниндзя-Лина играют в футбол? Только липким мячом! Ого! А он хорош! А, то есть, их надо остановить! К Кэтмобилю! Ну же, мои Ниндзя-Лина! Покажите мне настоящий футбол в стиле ниндзя! О, герои в масках! Давно не виделись! Что здесь происходит? Здесь происходит тренировка ниндзя-футболистов. Они должны быть в отличной форме, ведь им предстоит утопить город в липучке. Утопить город в липучке? Просто ради забавы? Да, можно и так сказать. Хочу увидеть гол! Наша новая липучка. При ударе она расширяется. Машины и магазин игрушек были лишь разминкой. Ха-ха-ха. Следующая цель – ваша любимая школа. Школа? Если она будет заполнена липучкой, уроки отменят. Ну что ж, команда Ниндзя-Лина, мы бросаем вам вызов. Лучше сразу сдавайтесь, ведь у нас есть супер-игрок. Осторожней! Берегись их мечей! Не волнуйтесь! Решила полетать, птичка-невеличка? А не хочешь на скамейку запасных? Наш супер-игрок! Ящерки в ящике! Не будет. Следующая цель – кафе-липучка. Липучка обмоталась вокруг твоих ног. Я не могу ее снять. Это не повод вешать нос. Я могу играть и так. Серьезно? Конечно, смотри. Супер-игрок вернулся в строй. Супер-скорость. Кэтбой отбирает мяч и делает пас Олет. Смотрите, как красиво она его принимает. А потом прилипает к мусорному баку. Впрочем, я уверена, она найдет выход из этой ситуации. Нашего суперигрока ничто не остановит. Наверное. Ниндзя-Лина, воздушный удар! Что он делает? Откуда они
кафе будут подавать специальный липкий десерт. О, мне нравился их фирменный десерт. Ну-ка, мяч, в спортзал мчись вскачь. Что же делать? Олег, ты наш супер игрок, но ты не можешь играть. У них такая скорость, а ко мне прилип этот мяч. Вперед в спортзал! Но у тебя ведь мяч на ногах! Я обойдусь без ног. Команда героев, я теперь ваш вратарь. Продолжим матч! Здесь слишком много ниндзя-лино, и ночной ниндзя явно что-то задумал. Видишь? Разберись с ним, а я помогу Олет. Чешуйчатый, всегда рад тебя видеть. А теперь, извини, я поскакал. Эй, вернись! Ого! Отсюда он может наблюдать за всем городом. Сколько же у них игроков? Не волнуйся, я разберусь. Должна вас огорчить, вам от меня не уйти. А? Это тебе от нас не уйти, пока не отпустим. Готовы, ниндзя-лино? Устроим им липкую жизнь. Так нечестно. Отсюда ты видишь весь город, всех игроков. У нас нет шансов. В этом ты прав. Ниндзя-лино победить нельзя. Мы лучшие из лучших. Поверьте мне, друзья. Пора использовать супермышцы. Мне ужасно жаль. Я очень старалась, но, похоже, они сильней. Но их надо остановить. Они все облепят липучкой. Да, не сомневаюсь. Без тебя нам не выиграть. Особенно если учесть, что ночной ниндзя руководит ниндзя-лино с крыш зданий. С крыш зданий? Идея! Мои ноги склеены липучкой, но крылья отлично работают. Твоя помощь нужна нам не здесь. Она нужна нам вон там. Будешь нашим небесным глазом. Да, помнишь наш утренний матч? Ты была нашим играющим тренером. Говорила, что нам делать. Да, я буду вашим воздушным тренером. Покажем этим ниндзя-лино. Ну все, команда, вы готовы. К чему они готовы? К большой игре. Для этого мы и тренировались. Мы уничтожим ваш штаб. Заполним его липучкой. О, нет. Они угнали Кэтмобиль! Настало время героев! Кэтбой, используй суперскорость, чтобы задержать ниндзя-лино на главной улице, а Гекко побежит к штабу! Это мы отправим в мусорку! Отбивай липучки с помощью суперсилы! Хорошо! Надеюсь, супермышцы не подведут! Что вы замерли, словно овцы перед воротами? Если вы не можете их открыть, перебросьте липучку через них! Кэтбой, скорее отбивай! Гекко, активируй камуфляж. Ах, ах.
же вы неуклюжие! Я сам! Встречайте липучку! Прощайтесь со штабом, злючки! Покажи класс, Гекко! Матч завершен! А теперь очистите здание от своих гадких липучек. И меня не забудьте! Классный матч, команда героев. Футболительное нападение, Кэтбой. Футболиколепная защита, Гекко. Без тебя мы бы не справились, воздушный тренер. Герои в масках, вот эта ночь! Мы снова всем смогли помочь!